Так, сегодня мы устанавливаем высокую крышу от скорой помощи на Volkswagen T4 длинная база. И к нам приехали друзья из клуба, которые помогают нам это все делать. В частности, вот такой интересный автомобиль. Это T4 с тюнинговой высокой крышей. Это не заводское решение, это Рейма. Это тюнинг-ателье. Короткая база, высокая крыша. Вот Дима, хозяин этого автомобиля, нам очень сильно помог. Дим, давай расскажи о своей машине. Машина 96-й год, угу. Приехала в Россию, не помню, в 2001 или в 2011, сменила много владельцев, попала ко мне, стала автодомом, и теперь грузы не возит, возит только меня, жену, и показывает нам красивые места. Побывала, весь Крым проехала, весь Кавказ, побывала на севере, на Северном Ледовитом океане в Териберке. В целом для двоих места достаточно, заходи. Да, вот высокая крыша, здесь мебель сделана сверху для хранения. Вся мебель сделана своими руками. Угу. То есть ты зайди, покажи. Покупалась машина полностью пустая, то есть это был грузовой фургон. Угу. До меня он работал как кофешоп, угу. Стоял в аэропорту в Домодедово. Угу. Здесь большая двухспальная кровать, угу. Выдвигается на 2 метра сюда. О, отлично. Раскладывается матрас. Да, я понял, да. Расческа в расческу, условно. Расческа в расческу. Угу. Запас воды 50 литров. Угу. Так. Шкафы для хранения мелочи, угу. Барахла. Угу. Там стоит лифер на 180 ампер. Угу. На крыше солнечная панель 190 ватт. Угу. Ни разу еще не высаживался лифер. Угу. Холодильник включен уже примерно месяц. Угу. И панелька его питает. Панелька его питает, за день она заряжает аккумулятор до конца. А какая мощность на этой панельке? 190? 190 ватт. 190 ватт. На контроллере в пике я видел 9,5 ампер. Ну да, нормально. При том, что холодильник в режиме охлаждения потребляет 4 ампера, угу. В режиме поддержания 0,1 ампер-1 ампер. То есть этого вполне достаточно этой панельки, чтобы... И туалет. Все. Туалет, да. Купленный у одноклубника за 2000 рублей. Отлично. Долго мы шли к этому моменту, писали в кустики, купили туалет, поняли, почему мы такие дураки были раньше. Не купили его сразу. Ну да, комфорт есть в этом. Ясно. Мебель построена была собственноручно на даче за 2 дня полностью. Угу. И кухонный блок, и кровать. Угу. Потом я, конечно, доделал сидушку поворотную. Угу. Тоже самостоятельно на родной тумбе. Угу. Она у меня стоит. Основание, да, у тебя? Основание, да. Родное. И платформа, да, поворотная. И платформа, купленная, по-моему, в Нижнем Новгороде. Я на Авито заказывал. Я понял. Это то, что переделывают там автобусы Нижний Новгород. Ну какой-то, прямо у них ателье. Ну, то есть сидушка стоит вообще намертво. Отлично. Мотор АБЛ, 68 сил. Не знаю, турбина на последнем издыхании. Ну, едем мы 90-100 по трассе. Ну и нормально. С расходом 7,5-8 литров дизеля. При баке 90 запас ход 1000 километров. Чего более чем достаточно. Сзади хранение. Сзади ящики. Хранение это ящики для мясной продукции, прекрасные. Удобно. То есть на них можно вставать, они выдерживают там килограмм 200-300 веса. Если надо что-то делать, я их прям ставлю друг на дружку, кладу фанерку и с них работаю как с тумбочкой. Как верстак, да? Как верстак или на крышу залезть еще что-то сделать. Удобно, да. Да. Этим летом заполнил крышу рабочим светом по кругу. То есть 2 фонарика у меня было. Два мне подарил одногруппник. Андрюха, спасибо тебе. Все это сделано, заведено одним проводом, включается 3 кнопками лево, право, зад с водительского места. Круто. Также дополнил в этом году крепление для велосипеда. Угу. То есть это кронштейны вообще для лопат, для топоров. Угу. Но у меня велосипед шоссейный. Угу. У него тоненькие колеса. Да, да, шоссерные. То есть я их сюда вставляю, поджимаю его и резинками просто сюда зацепляю. И он держится намертво. То есть вот с Самары до Москвы 1000 километров велосипед доехал, даже не шелохнулся. Но он легкий, да. Ладно, спасибо. Больше пока машине рассказать нечего. Спасибо, очень интересно. Очень интересно. Спасибо, Дим. Да, нет.